Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня веселое видео. А у меня аккаунт моего сагитриса Игоря на Тайване. Аккаунт, на котором не игралось и заходил, ну, 2 года спустя, скажем так. Он зашел на этот аккаунт, ну вот, в принципе, вчера, по-моему. Он зашел на аккаунт и увидел, сколько здесь самоцветов. Вот напишите в комментах, как вы думаете, сколько самов приблизительно спустя 2 года может быть на аккаунте. Аккаунт бездонатный, это нулевой акк, на котором, в принципе, надо очень много героев. Мы сейчас попробуем кого-то вытащить, посмотрим заодно на рандомчик, но мне просто интересно, угадает кто-то или нет. Ну, реально, честно говоря, даже в шоке, я не знаю. Судя по обновлениям, за 2 года столько накопить. Это Unreal какой-то, ну, посмотрим. Он давно уже на нем не играет. Поехали. Чик. Там мне дало на шарик, перекинуло. Вот такой вот у нас аккаунт. Стандартный набор. Как видите, нифига толком нету. Вот это он плюхи зашел, забрал с акцией за один сам. И, честно говоря, это просто писец. 50, ребят, 50 тысяч самоцветов на аккаунте за 2 года. То есть можно создать аккаунт и через 2 года просто брать, ролить. Ну, надо через некоторое время все равно хотя бы заходить там во время обнов. То есть вот такая вот история, такой вот трэш, нулевой аккаунт, 50 тысяч самоцветов. Поехали, посмотрим, что нам здесь выпадет. У нас тут нифига нету, по сути. Все, что у нас героя есть. Паладин, бог грома. И все. И больше, просто больше нифига. Сейчас я гляну, что у нас есть за рату. Блин, 60к забрали, еще 20 осколков огника. Не хватит нам, к сожалению. Ну, получим хоть сундуки за 35. В общем, поехали, смотрим. Чик. Как думаете, что-то толковое выбьем? Профессор Рибит. Самому интересно. Бог грома, знаете, вот то чувство, когда именно точно так же и падает. Так, а куда мы ролим? Мы, по-моему, ролим в склад. Не в склад, а в этот. Да, нам надо в склад ролить. Трифит, неплохо. Бум, хранитель, атлант и мегабочка. Имба. Ну, неплохо. Интересно, поехали дальше. Фобос, нифига себе. Многие хотят его на своих основах получить, а тут просто на нулевом твинке падает. Бигфутик, неплохо. Опять атлант и ронин, нифига себе, нормас. Нормальные герои начали падать. Так, у нас для судьбы, по-моему, ничего даже нету, чтобы посмотреть. Ну, в общем, потом вернемся, посмотрим, что мы вытащили. Так, у нас даже таблетки нету. Это вообще печаль. Это еще аккаунт с тех времен, ну, то есть обучения нету. Вы знаете, какое обучение сейчас, кто создает аккаунт, эти знают, что если создавать аккаунт нулевой, то идет обучение там, ну, такое относительно. Так, окей, поехали дальше. Оккультист, да ну нафиг. Просто, просто офигеть. Самые такие, знаете, востребованные топовые герои. ПБшка, пожалуйста. Как хорошо после рейда падает. Так, Дракос и бульдозер. Ну, это такое себе. Интересно, сколько лех мы получим. Леди Лео.
Душ. Опять Атлант. Посмотрите, сколько Атлантов падает. Еще один хрон. Рандомчик, ну давай. Малышник. Капитан Дрейк тоже неплохо. Сразу же Сноу. Бочки под космо, блядь. Космо сразу же на нулевом аккаунте. Офигеть. Просто офигеть. Вот это реально, ребята, жестко. Какие герои, блядь, на нулевом аккаунте на Тайване. Просто офигеть. Ну, без паладина, то понятно, без паладина никуда. Ну блин, космо уже есть. Капитан Дрейк, повторка. Тыковка. Бульдозер уже тоже есть. Как видите, повторочки начали сыпаться. Я думаю, с такими героями можно начинать на Тайване играть свободно. Так, еще один малышник. Просто жесть. Бугимен и Влад Дракула. Офигеть. Просто офигеть. Я в шоке. Еще один оккультист. Да ну нафиг. Это просто писец. Сколько же героев падает? То чувство, когда еще вот этот герой был мега имбой. Ну что я могу сказать? Как видите, можно делать такие вещи 2 года, просто создать аккаунт, не играть и заходишь, блин, а там реально полный трэш. Космо, Фоба, оккультист, блин, реально классные герои для начала, блин, у меня ни на одном бездонатом аккаунте Космо нету. Космо, Феникс, это те герои, о которых я реально мечтаю. Да, у меня там есть другие герои, но это просто трэш. А тут такие герои падают. Так, ну что, кто у нас следующая мега имба будет? Асура, ну чё, нет. Офигеть, ребят, ну вы обязаны просто поставить столько лайков, сколько есть легенд на этом аккаунте. Да ну нафиг. Просто писец. Я в шоке. Стрелок. Фрея. Сюда еще Анубиса не хватает. Рино. Офигеть. Еще один паладин. Просто жесть, ребят. Свален. Бульдозер. Я думал, сейчас будет еще какая-то супер-мега имба. Это просто капец. Офигеть, посмотрите на вот этих вот героев. Что мы получили за 50к на нулевом аккаунте, на нулевом аккаунте на Тайване. Это ж просто пипец. Просто офигеть. Нормальный такой начинающий аккаунт. Я бы сюда еще пятая выпала, это бы вообще был бы полная дикость. Короче, не знаю, что вам сказать. Думаю, вы и так все поняли. Это просто аут.
Я в шоке. Давай пооткрываем героев, посмотрим. Может, повезет. Я посливаю этот хлам. По сути, нафиг не нужны. Да. Однако. Смотрите, два пака вылетело. Даже сейчас за 150. Такое чувство, что что-то выпадет. Такс. Офигеть. Да, на таком аккаунте с нуля, я думаю, многие без донаты захотели бы поиграть с такими героями. Это просто жесть. Еще бы Анубис нам сюда выпал. Можно было вообще не печалиться. Анубиса, Феникса не хватает теперь, землеройку. Ну, в принципе, этих героев вполне будет хватать для нормальной, комфортной игры. Сейчас посмотрим, что там у них интересно будет. Талантами. Остальных я открывать не буду. Такс. Спасибо, спасибо, ребята. Мы уже знаем, что это такое. Смотрим. Пятое самоуничтожение. Неплохо. Рейка. Ну, одна пятерка даже есть. Офигеть. Вот это, ребята, герой. В общем, такой вот аккаунт. Пишите комменты, как вам такой трэш. Ну, это реально трэш полный. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.